резина мотоцикла вообще рассчитана на плюсовую температуру. Минусовая температура для данного вида резины, она не подходит. То есть резина становится очень грубой, учитывая так называемую сликовую поверхность. Она практически, мотоцикл становится неуправляемый на холодном асфальте. Мы живем в Сибири, да, и все прекрасно знают, что в зимний период времени наши дороги обрабатываются специальными реагентами. И на сегодняшний день, если присмотреться к асфальту, то он покрыт некой химической пленкой. И до ближайшего, будем говорить, ну, либо дождя, либо уборки этого асфальта, вообще ездить, конечно, не рекомендуется. В прошлом году по вине водителей мотоцикла у нас в области произошло 59 дорожно-транспортных происшествий, 9 человек погибли, это рост на 80%, и 58 человек ранены. В Тюмени произошло 23 дорожных аварии по вине мотоциклистов, 2 человека погибли, годом ранее погибших не было, и 22 человека получили травмы. Поэтому мы хотим провести какую-то предупредительную работу, чтобы в этом году у нас не было такой печальной статистики, и чтобы мотосезон начался и закончился с хорошими результатами, без трагедий.